В Казахстане появился популярный французский журнал «Эль». И не только в глянце, но и в диджитал-формате. Это еще один продукт в семье мировых брендов издательского дома «Partners Media Group». «Эль» – журнал для женщин и о женщинах, но его интересно будет читать и мужчинам тоже. Они могут узнавать о последних новостях из мира моды и красоты. Французский журнал на 70% состоит из казахстанского контента. Подробнее расскажет Шапагат Куатбекова. Глянец, издающийся в 60 странах мира, теперь выпускается в Казахстане. Он рассчитан на интерес женской аудитории от 18 до 50 лет. В новой версии французского журнала включена эксклюзивная рубрика «Women Elle Love». Однако этот раздел посвящен не только женщинам, но и мужчинам. На страницах «Эль» их ждут эксклюзивные интервью со звездами шоу-бизнеса, первоклассные фотосессии и последние новости о моде и красоте. Мы брали интервью у таких интересных мужчин, как Али Акапов, как Тавикель Мусилим. Они делились с нами эксклюзивными, очень интересными событиями из жизни, какими-то деталями, то, о чем они ранее не говорили и не делились пока что ни с кем. Известный во всем мире французский бренд в казахстанском издании сохранил индивидуальный стиль и характер бренда. Первый номер был посвящен 75-летию «Эль». В этой серии читатели могут познакомиться с историей французского журнала, его основателем Элен Гордон Лазарев. Издательский дом «Partners Media Group» – это один из самых крупных, это, скорее всего, самый крупный издательский дом. И он начал свою деятельность с 1998 года. «Эль» был и остается лидирующим глянцевым изданием о моде, которое серьезно повлияло на жизнь женщины и во многом ее сформировало. Собственно, это отражает и слоган бренда «Эль». Если она читает, то она читает «Эль». Первый и второй номер журнала «Эль» уже доступны читателям. Кроме того, теперь казахстанцы могут не только листать страницы глянца, но еще и читать его в электронном виде на сайте el.com.kz. Шапагат Куатбекова, Кенже Амраев, Хабар, Алматы.